палку в следующий раз ставим. Красава его. Да, давай. Ну и как тут ощущение от 38? Вот он тяжелый, смотри. Андрюху, а сейчас... Дырки нет, нету дырки ни одной. Ты что, как едешь? Загубишь воды. Вот дальше пройду. Как этот, знаешь что, как корабль прошел. Какой вот. Тянуть не надо, Макс. Пошел. Водичка не попала. Да нет, просто на электроприводе хотел. Сзади у него движок, впереди электромотор. Виталика спереди. Видишь, где ты дорогу выбираешь и все. И сбрасывает это все. Обратно уже. Смотрите, ремник застрял. Я вот три раза переспросил, где я. Стало! Чувствуется резина, да? Блокировал? А почему? Речь, у вас потому что одна. Все, не видим. Поедем еще. Иди ты отсюда, свои пяти розы. Виталий, успокойся! Здесь нормально, здесь самое сало, самое ништяк. Виталий, смотрите, РМ тоже хочет. Ола! Ты порвал две лужи! Парни, не теряйся! Да я боюсь просто лужи. Главное, вчера колесики натер, они у них черные.